точных стихотворения. Одно, два очень печальных страданий и все такое, и одно хорошее. Раз. Властью не обладают ни километры, ни календарь, ни мораль, ни логические конструкции в мире, в котором отсутствие человека равнозначно его присутствию. И не стоит пытаться меня спасти, ведь несчастье мое не падение, полет, ибо мимо отчаяния нет пути, ибо только отчаяние движет меня вперед. И третье. Кошка мурчит, будто внутри нее затаился из страха, не из коварства, в битве раненый маленький звездолет, выходящий в гиперпространство.